Неадекватную манеру поведения водителя автомобиля Hyundai Solaris полицейские заметили еще на дороге села Пластунка. На неоднократные требования остановиться хозяин иномарки не реагировал. Погоня за нарушителем, в которой приняли участие 4 патрульных машины, завершилась тараном иномарки. Водитель за рулем находился голый. По всей видимости, он находился в состоянии наркотического опьянения. Все были меры приняты для того, чтобы его задержать, для того, чтобы никто не пострадал. В результате ДТП один из полицейских получил травму головы. На месте происшествия ему была оказана необходимая помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. За профессиональные действия, проявленные при задержании нарушителя, создавшего реальную опасность жизни и здоровью граждан, сотрудники спецроты ДПС Сочинского ГИБДД получили награды из рук главы города. Мы считаем, что сотрудниками полиции, в общем-то, при выполнении служебного долга проявлен какой-то героизм. И хочу от имени наших горожан объявить благодарность главы города. Добавим, водитель иномарки, 27-летний местный житель, в результате тарана не пострадал. В настоящее время он находится под стражей, ведется следствие. Галина Захарова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.